дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. У этих людей может проявляться лень, нежелание ежедневно заниматься кровопотливым трудом, отсутствие прикладных способностей, неспособность к концентрации, неупорядоченность, нетерпеливость, непостоянство, отсутствие внутренней самодисциплины, расточительность. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. В страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. В любви предпочитает комфорт и старается предугадывать желания партнера. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Сцена – лучшее место для словесных битв таких людей, именно поэтому из них получаются гениальные актеры. Значение буквы Т говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости. А вследствие этого – склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Этим людям нужно быть в центре внимания, но при этом они дружелюбны. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Люди с шипящими именами одарены в области изящных искусств, имеют хорошие артистические данные, обладают врожденным чувством такта, никогда не заденут чужого самолюбия. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность, у них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Буква У в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой Т. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Обожает путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Рожденные с этим именем становятся бездеятельными спорщиками, оригинальными чудаками или вечными оппозиционерами, бунтарями против всех и вся. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Редко встречающийся в именах звук «у» воспринимается на слух свежо и оригинально. Буква «ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Звук «н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.